Так. Угу. В компании Nokia мне предложили протестировать экраны Samsung Galaxy S3 и Nokia Lumia 920 на восприятие касаний. Я специально сложил несколько раз перчатку, чтобы она была вот так потолще, чтобы был такой реальный эффект. Вот. Вот. Касание работает. Все. Так, здесь уже никакого эффекта нет. Несмотря на то, что Samsung, по идее, должен работать, вот я даже с силой прикладываю, он не работает. То есть уже не в Lumia 920, пожалуйста. То есть в варежках, в толстых перчатках все будет работать. Вот здесь нет. Еще он воспринимает нажатие ключом. Вот так вот. То есть блондинкам, которые отращивать длинные ногти, можно будет пользоваться и ногтями, и даже какими-то предметами, теми же даже стилусами от старых КПК. Вот на Samsung, как вы видите, не работает. Так что сенсор рабочий, вот показываю, все работает. Ключом нет, здесь да. Вот такой-то экран у Lumia 920 с новым сенсором от компании Synaptics.